Проходи сюда, Миша. Да. Ой, спасибо большое. Продовольствие вам еще раз. Да, продовольственные пакеты вам. За внимание, да. За все вам спасибо. Ренат, вам спасибо большое, что мы сегодня есть. Ренат Усатый вас помнит, заботится. Вот, держите. Не знала я, что... Да, скажите, а Красную Звезду за что вы получили? За работу на фронте. Да? Я не считалась ни со здоровьем, ни с чем. Вот на поле боя, мы же первый госпиталь, от передовой 5 километров всего. Это дальше идут вот дивизии, там у них свои, они на месте. А мы ни одной секунды у нас не было свободной. И все женские, женщины, три мужчины только были. Начальник госпиталя, заместитель и опер уполномоченный. Остальные все врачи, медсестры, это все, ну, врачи есть пожилые, ну, все женщины. И я пошла, мне было 18 лет. Ой, передайте мне лично. Много лет вам еще вперед. Спасибо. Мы будем равняться, да. Будем стараться равняться. Спасибо. На не вас, забывайте. На фронтовиков. На мы никогда, нет. Ренат не забывает о фронтовиках, вы же знаете, о ветеранах войны, он всегда вам помогает. Да. Фонд Рената Усатого организовывает, значит, поздравления наших ветеранов. Их осталось, к сожалению, на сегодняшний день 38 ветеранов Великой Отечественной войны. На день освобождения Бельц, вы помните, было их 39. Ну так жизнь устроена, что они уходят, покидают нас, и мы должны о них помнить, о них заботиться, и поэтому фонд Рената Усатого в этот день, значит, будет раздавать продовольственные пакеты. Все для того, чтобы они достойно отметили День Победы.